Начинаем работу над лавкой. Сейчас отфуговали. Вот тут вот сделали угол определенный. И сейчас будем все это дело вот так вот склеивать. Чтобы было удобно как и лежать, и сидеть. Все оклеиваем струбцинами все это дело. И у нас получается вот такая штуковина. Сидушечка будет. Все, поехали дальше. Такая беда получается у нас, очень облегчает она труд по торцу особенно. Хорошо работать вместо ножика. Он немножко экономит время. Продолжается работа над лавкой. И сегодня будем делать дерево, на которое будет держаться у нас полочка. Вот делаем мы веточку, на которой будет стоять полочка. Ничего тут особенного нету, кроме одного. Мы делаем переклейку волокон. Это волокно вот так идет. Это, блин, такой так волокно идет. Это опять так идет. Потом мы все склеиваем вместе. Вот. Вот это опорная будет веточка такая. И сейчас будем склеивать все.
Так вот оно и будет у нас. Сейчас обдолбим зайчика и будем уже клеить все в кучу. Сейчас мы будем подгонять ветку. Эта штучка специально сделана для того, чтобы она находила свое место и вставала. Куда я положу? Мы сделали перерыв на кормление вот этого монстра, которого зовут Семен. Сейчас покормим его. Давай. Вот. И продолжим работу. Он уже наел. Так, на. На. Все. Семен, иди, гуляй. Сегодня мы делаем такие дырочки, которые будут на ножку. Вот как это делается. Быстро и просто. Покроем, зашлифуем, загрунтуем, патина и лак. И все.